Значит, есть профсоюз журналистов, это независимый профсоюз журналистов. В нем есть петербургская организация, у нее есть руководство, а я как раз оно и есть. Меня зовут Екатерина Кулисова. Юрий Звягин, член независимого профсоюза журналистов. Заодно координатор штаба движения «Народ против пенсионных реформ» по Красносельскому району. Мы считаем, что деньги, которые хотят при этом сэкономить, пойдут на ненужные заграничные войны. Вот из-за того, что вот это бабло нужно на ненужное. Если бы у нас цунами случилось, Тунгусский метеорит упал, можно было бы потесниться, подвинуться, отдать денег в бюджет, не знаю, там пожертвовать собой. Но поскольку эти деньги нужны на плохое, поэтому нельзя ни в коем случае их отнимать у народа, мы категорически против. Это общее положение. А если говорить о нашей профессии, то журналист является одной из самых патагонных и самых социально незащищенных профессий вообще в России. Российского журналиста уволить как нифиг делать, потому что для этого достаточно просто перестать его печатать. На рынке СМИ сейчас идет сокращение СМИ, переделы, изменяются хозяева, соответственно, увольняются журналисты. При этом журналисту опытному работа становится все сложнее и сложнее. Сейчас нету требований к качеству материалов, есть требования только к его количеству. И любая потеря работы журналистом в возрасте – это практически для него приговор. Человек остается без работы и без средств к существованию. Поэтому для нашей профессии очень актуально сохранение пенсионного возраста, ни в коем случае его не увеличение. И как профсоюз мы не можем остаться в стороне от этого. Организацию пришлось создать 3 года назад, потому что до этого у нас как бы считалось, что профсоюза журналистов не надо, потому что есть союз журналистов. Но поскольку этот союз журналистов окончательно себя уже последние годы показал как полностью провластный и управляемый сверху, то все журналисты, которые независимы, ощутили потребность объединиться во что-то никоим образом не контролируемое верхушкой власти. Мы, как журналисты, свои задачи всегда ставим донести до народа что-то. И как эта компания, ее перспективы для, с моей точки зрения, это чтобы в результате этой компании мы могли сообщить народу, что у него есть сила, что он не одинок, что есть активисты, которые за него заступаются, и таким образом раскачать народ присоединяться к этим активистам. Потому что от народа скрывают наличие протеста. Мы приглашаем всех от имени независимого профсоюза журналистов на акцию 16 числа для того, чтобы продемонстрировать, что нас много и вместе мы сильны.